Поехали, поехали. Вот, а теперь смотрите, вон какие горы, еще за ними, еще открываются. Мы сейчас поднимемся и тоже их увидим. Это же вообще что-то потрясающее. А тут-то какие люди тут. Просто червячки. А мне вот это. Bueno, ya las pasaremos fotos. Но самое интересное, мы видели, как из пастухи кусочек. Вот если, конечно, успеешь его схватить. Конечно, очень серьезно. И вот так тоже мы обратили внимание, какие же вокруг лежат лужники. А эти какие открылись. Вон, как бы. Я говорю, что мы даже этого не видели. Потому что у нас вот эти первые два пика.